Фрезовать я начал в 14 лет. Ну а чё, пришёл на стройку. Мать не сдает, отец не сдаст. Вначале я просто ложил. Тупо ложил полнотелый кирпичик, как наивный мальчишка полагал, что в этом и есть вся суть человеческого бытия. Но потом в мой лексикон пришло такое слово, как позиционировать. И я начал ложить кирпич и позиционировать его на свое место. Я позиционировал до тех пор, пока не узнал, что такое пластификатор. Первый пластификатор, который пришел в мое сознание, сотрясся купол неба моего, это Фэри. Я просто брал ведро раствора, открывал бутылочку Фэри и крест-накрест вот так вот делал два раза. Вот. И при помощи этого пластификатора я добивался 100% качественного позиционирования с адгезирующими свойствами, которые я вытягивал из кирпича очень разного качества. Это все продолжалось до тех пор, пока я не узнал, что такое фрезованный кирпич. Всем привет! Как вы догадались по моей маске, сейчас я расскажу вам о фрезованном кирпиче. Итак, мы начинаем. Самое главное в фрезованном кирпиче – это посчитать количество штук в палете. Почему? Потому что времени мало, говорю быстро. Когда мы кладем кирпич на раствор, мы его постоянно так вот кладем, ну как бы это вот опытный образец, так кладем и подстукиваем. Вот, ну можно взять вот такой, ну как бы, чтобы кирпич не раскололся, мы берем кием. И сталкиваемся с трудностью, профессиональные строители сталкиваются с трудностью, что надо разложить, обстучать. Вот, что делаем мы? Мы принимаем кирпич, считаем количество палет. Считаем количество кирпича в каждом палете. Итак, у нас 10 на 5, 50 кирпичей крупноформатных в одном палете. Мы берем, если мы возьмем учебник для каменщика, то там будет написано, что чтобы спозиционировать кирпич правильно, нужно ударить по нему 5 раз киянкой. По разу по углам, 4 угла сверху и 1 раз в центре. То есть 5 раз мы умножаем на количество 50. Палете подходим, чтобы 10 раз не вставать, подходим 250 раз киянкой херачим по палете, дан-дан-дан-дан-дан-дан, обходим все, обстукиваем, выбрасываем нахрен и можем работать спокойно. Потом я купил себе вот эту рулетку, говнище редкостное, но деньги закончились, и как говорится, стерпится, слюбится.